во радиосном Олтанча мини-музыкаль премьеса. 3D как свои 5 пальцев. Глеб Крайнов тренировался каждый день, моделировал по 9 часов. Усердие и труд, и вот он первый. Не зря готовился, все это было далеко не зря. 10 тысяч часов, и ты профессионал. У ребят столько не было, сколько было, провели в студиях, лабораториях и мастерских. Работал в мастерской, одна оставалась до вечера, допоздна в колледже. Первый этап – 76 компетенций WorldSkills и 38 компетенций WorldSkills юниоры. Уже в 14 лет юные ветеринары и электрики нашли свое призвание. Предложили заниматься электромонтажом, мне это понравилось, и я решил продолжить. Среди компетенций – сантехника, ювелирное дело, туризм и даже выпечка осетинских пирогов. Победа Расима Салимзянова маме научила готовить, теперь и он – профессиональный повар. Хорошо работать с тестом. Главные ставки в Татарстане на участников IT, педагогического, промышленного и строительного профиля. Растим своих конкурентов, но с другой стороны, это нам позволяет самим оставаться в тонусе. Взяли напряжение на сцене, восторг. Интрига держалась до последнего. Ведь сегодня формируется расширенный состав сборной республики. Впереди Россия. В этом году чемпионат проходит по 83 компетенциям WorldSkills и 53 компетенциям WorldSkills юниоры. Более 2000 конкурсантов и экспертов. Приближаемся к топ-50 российским, а российский топ-50 приближается к топ-50 мировым. Региональный этап завершится 7 декабря. Он определит участников полуфинала и финала национального чемпионата WorldSkills Russia. Лилия Кашфарова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.